Эти растения обижают бедное дерево. Мамочки, какая она страшная! Ой! Эти растения, похоже, опасны. Постараюсь не уступать на них. Инсендио! 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 Инсендио!
Oh!
Слепендо! 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 Поздравляю, мистер Поттер. Тренировка закончена. Вы собрали все звезды. 20 баллов факультету Гриффиндор. Урок окончен. Вот ты где. Надеюсь, урок гербологии прошел хорошо?
Мне нужно кое о чем поговорить с тобой. Встретимся у меня в хижине. А сейчас иди, а то на урок опоздаешь. Давай, Гарри, беги. Смотри, сюда идет Невилл. Похоже, он чем-то расстроен. Пошли, узнаем. Пожалуйста, помоги мне. Значит, бедненький Лонгботтом побежал жаловаться тебе. А ты хочешь, чтобы я вернул его драгоценную напоминалку? Я думаю, эту штуку надо положить куда-нибудь, где Лонгботтом ее не достанет. Например, на дерево. Думаешь, ты сможешь меня догнать? Ну-ка, попробуй. Малфой, отдай напоминалку Невилла. Хочешь напоминалку? Попробуй, отними. Берегись моих бладжеров!
Поттер, ты сломал мою метлу! Ты за это поплатишься! На, забери эту ерундовину! Мне она не нужна! Моя напоминалка! Спасибо, Гарри! Теперь я обязательно найду свою жабу! Тревор, иди ко мне. Иди сюда. Вспомнил. Я оставил Тревора возле теплицы, а там есть растения, которые питаются жабами. Мистер Поттер, меня зовут профессор МакГонагал. Я заместитель директора Хогвартса, а также куратор факультета Гриффиндор. Разумеется, я не одобряю вашей погони за Малфоем, но у вас врожденный талант летать. Согласно правилам, первокурсникам не положено играть в квиддич. Для вас будет сделано исключение. Гарри, первый в этом году матч по квиддичу состоится сегодня днем. Команда Гриффиндор против команды Слизерин. Увидимся на матче. Thank you.
Слепендо! 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 Слепендо!